Для тех, кто не очень понял, что рассказывала волонтер, женщина, она говорит, что парк делится на две части. Вот там, где мы были до этого, там бесплатно, не бесплатно, извиняюсь, там нет воды, электричества, туалета. Там $55. Да, там $55 за ночь, а здесь 65, но уже со всеми подключениями. И для того, чтобы место забить, нужно за 7 месяцев записываться. Причем, надо сказать, что записаться сложно, все это делается в онлайне, и раньше, чем за 7 месяцев записаться, нельзя. Ну, в общем, а позже не будет. А позже, да, позже не будет. И это все происходит буквально как бы в один день. Это вот место, где уже можно подключиться, да? Да, начиная вот с этого места идет подключение. Но что интересно, вот тут был хороший пример, где стоял вот этот трак, грузовик. Да. И в нем какая-то в самом кузове была какая-то конструкция, которой эта штука цепляла и ее тащили. Смотришь, у людей тут у них... Вот эти вот можешь показать, что они вот, видишь, без... Они не самоходные. Эти не самоходные, да. Но это видно. Это видно. Ну, смотри, пропановый баллон. А, тут у них барбекюшница такая. И антенна спутниковая. Ты смотри, как, то есть как люди культурно могут отдыхать. Ну, если за 7 месяцев билет взял, так уже что же. Значит, друзья, за $65. Вот мы видим станцию в день, где они подключаются. Видите, вот. Тут у них там и электричество, и вода. И канализация. Трипа. Вот это вот трубище, ведь явно канализационное. Да. Канализация, видимо, самая трудная. Да, велосипеды сзади. Дело не хитрое. Ну да, да. И самое интересное, вот человек, кстати, сейчас что-то монтирует. Да. Или соединяет, или отсоединяет. Да. Самое интересное, у них задняя часть, они как бы имеются в виду, что ты спишь сзади. Так. И на некоторых креслах два как бы стоят внутри. Смотришь на сверкающий океан. А-а-а. Так, чтобы было видно. Вот эта вот машина. Слушай, какая громадина. Какая? Это машина, а вот это океан. Вот сразу. Какая громадина. Я что хочу сказать. Это как вот интурист, понимаешь, вот размером автобус бывший. Они их называют яхты на колесах. Да. Такое есть определение. Так. Мне очень нравится, что вот оно выдвигается в бок. Да, смотри, так она... Так ехать ты не можешь. Это да. Когда ты... Ну да, но все равно классно. И покажи, что она стоит на домкратах. Они все на весик. 4 домкрата, чтобы выровнять пол. Там у них есть всякие устройства. А зачем выравнивать пол? Ну, потому что ты не хочешь, чтобы у тебя пол был кривой. Ага. Вообще нелегкая жизнь у владельцев этого дела, потому что если ты хочешь так вот где-то запарковаться, то вот тебя... Вот это старая такая недорогая... Поимеют. Которую тащит обычный грузовик. Тут нет вот этой конструкции кузова. So, is it true it takes 7 months to book the place here? It is true? Very true. Hard to get in. Yeah. Congratulations. Yes. Okay. Да. Очень многие популярны это место у собачников, потому что многие гостиницы не разрешают селиться с собаками. Так. И это один из вариантов, как можно обойти это ограничение, если у тебя собака, и ты хочешь путешествовать с собакой, или ты должен искать... Слушай, ну если вот такая хреновина стоит 70 тысяч, то я бы сказал, это недорого, это как твоя машина стоит, легковушка. Ну, моя машина. Да. Хорошая, я ничего не хочу сказать, но это же, я не знаю, ну, страшное дело, посмотри. Это страшное дело, да. И с антенной на макушке, ты смотри, с кондиционерами на крыше, вот я вижу, стоят. Ну, как же без кондиционера, это же страшно. Ты же подумать такое. Слушай, ну как же 70 тысяч, то есть, почему она не стоит 150? Наверное, есть и за 150. Ну тогда я не буду облегчение хоть какое-то есть на душе. И снова туалет. Ты понимаешь, такое ощущение, что на три машины туалет. Моя информация исходит из того, как у нас был один сосед. Довольно много лет назад, наверное, уже лет 20 назад, поэтому цифра, наверное, поднялась с тех пор. Так. Они такую штуковину купили. Так. Один нюанс в этой всей истории заключается в том, что когда ты покупаешь, это считается дом. Как это дом? В каком смысле дом? Real estate? Ты в нем живешь, да, это real estate, поэтому mortgage is tax deductible. Списываешь с налогов. Так. Оплату за эту штуку, если ты говоришь, что ты ее поставил у себя и живешь в ней, да. То она списывается с налогов. Слушай, это все дрова? Вот это? Я думаю, это скорее подкладки для всяких подъемников. А-а-а. Слишком они аккуратненькие. Да.
чтобы ими топить. Ну да, как-то обидно даже. Да. Ой-ой-ой. Нюанс заключается в том, что ты его не можешь на улице запарковать. Вот такую штуку, вот так вот просто поставить. На паблик стрит, как бы. Да, но можно у себя не на драйвее, но можно на участке у себя. Довольно большой участок, нужно, чтобы такую штуку, да еще и загнать ее туда. Вот на нашем Санта-Крус, вот этой, на нашей даче, там как раз есть такое место. Мы не пользуемся, но. Да, но это надо специальные ворота построить. Ну да. Всю штуку загонять туда. Ну, да? Конечно. Ну, короче, 70 тысяч отдал. Ну, короче говоря, ты не можешь просто на улице вот так вот встать и стоять. Даже вот такую небольшую самоходную. Да. Ты не имеешь права вот так вот, чтобы она просто стояла. То есть ей по классу не положено. Да, 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 они как-то получают. Это такой recreational. Это уже нечто другое. Да. Это поэтому на то налогу списывать. Это немалое дело. Надо сказать, что мы вот, сколько мы Америку не показывали, мы вот еще по такому месту не гуляли. Понятно. Так что вот благодаря нашей идее. Да. Вы здесь оказались. А, еще один есть интересный нюанс. Кугары. Всей истории. Эти штуки очень популярны в Японии. Ага. И это одно из тех немногих вещей, которые Япония как бы сама не производит. Они все вот эти Toyota и Honda, они не производят такие штуки. Так. И они были там очень было много, поскольку конкуренция было очень много всяких статей, описывающих, что в Японии они из кожи вон, чтобы не разрешать или каким-то образом препятствовать маркетингу вот всех этих машин. А что, если сами вот не делают? Они как бы и сами не делают, и других не дают. Говорят, что, мол, вот так вот. Поэтому было всякие, что как несправедливо, что Америка разрешает японские машины, продаются здесь в огромном количестве. Они и делаются здесь, японские. Ну, когда эта речь шла, тогда ну, еще, да, видимо, не делали или мало совсем делали. Так, а вон там забор, смотри. Это да, вот построили стену, там дальше начинаются просто дома. Да. Дома на песке буквально стоят, да, вот так. Да, это другая история. Так. Построили стену, мы были в самом-самом начале, это была просто стена, так, из камешка. А потом кто-то придумал на нее лепить всякие штуки. Некоторые, так, просто смешные штуки, там какие-то отпечатки руки или какие-то детские штуки. А потом кто-то сообразил, что почему бы всякие мемориальные дощечки на нее не вешать. Захоронение в стене делать. Да, ну, захоронение в стене я не думаю, что делается. Так. Наверное, есть какие-то законы, которые не разрешают тебе вот так вот в стенку пихать, да, пихать даже прах. Так. Но вот, если присмотреться, тут есть, начиная с какого-то года, они... Собачка. Вот собачка, вот Стив Дэтл. Сейчас вот... Ну да, это уже про живых людей. Так. Тут уже много людей, дети какие-то. Буддийское что-то такое. Это я не понял произведение. Beloved husband, father, son, and loyal friend. Да. Некоторые просто... Сперва они просто писали. Как бы на камне просто вот рисовали. Вот как крестики или вот такие. Да, или да, более старые. Да. А потом стали даже вот мраморные таблички или какие-то такие более... Фарфор, фаянс. Да, более интересные. We miss you, Sunny. Металлические. Так. Тут тебе и собаки, и просто какие-то инициалы. Для кого-то что-то значит. Да. Живого места нет. Потом вот рука появилась из... Ну, это уже целая скульптура, я бы сказал. Это серьезно. Да. Чего только нету. Да чего только не это. И вот номер 6, чтобы это там не значило. Не доизгаляться. Это GG. Империалисты. Как? Каки? Го, бро. Может быть, как раз наоборот, те, у кого как бы не хватает, чтобы поставить нормальные памятники. Ну нет, нет, это фан. Я думаю, это просто фан. Ну, фан, когда пишут тут, захоранивают своих родителей, детей, я не знаю. Нет, ну захоронить ладно, это но уже вот, не вот это стенка-то, она же, смотри. Ну, кто-то любит, кто-то хотел, всегда мечтал быть у моря, кого-то... Есть такой популярный способ, они сейчас развеивают прах над морем. Мы развеивали. Ну вот. Да, по желанию покойного. Да. Вот, чтобы что-то где-то, какая-то запись осталась, вот можно табличку сюда приклеить. Да. Насколько я понимаю, никто их не снимает и не следит. Прикольно, конечно. Мелани и Майк. Вот, две рыбки.
Вот это смотрится как настоящая... Даян. Настоящая женщина, я сравнительно да, молодая. Навеки в наших сердцах. Ну, конечно, 64-го года. Да, да это... Как да. моя жена, можно сказать. Да, да. То есть человеку 50 лет не было, когда она родила. Да. Да. И вот мы движемся в обратную сторону, и у вас есть возможность посмотреть на все это вот на хозяйство RV-шное. RV – это сокращение, аббревиатура для recreational vehicle. Вот они, эти RV и трейлеры. Трейлер – это когда он на прицепчике. То есть он сам прицепчик. Это мы видим с вами образчик старого дизайна, где окно назад, и вот ты там спишь или смотришь, и вот ты видишь всю красоту. Кресла там стоят, там видно два кресла. Видно два кресла, да, они плохо стоят. Это вот другое решение этого прицепчика вот этого, а? Да, у трейлера. Значит, у него вся задняя часть такая открытая. Не знаю, можно ли вот эти деревяшки, обработанные водичкой, назвать дарами моря. Но вот этого добра хватает. Их, в принципе, рейнджеры там подбирают, выкидывают, но временами, видите, он, какое бывает использование. Там как ворота для спортивных развлечений. Это, друзья, наиболее бюджетный вариант такого отдыха. Берется самый обычный трачок. И сверху на трачок ставится вот такая насадочка. Насадочку можно арендовать. Есть места, где они стоят. И как бы специально вот с целью аренды. Можно арендовать и грузовичок тоже, если у вас нет грузовичка. И отдельно вот эту штуку, то, что над кабиной, там спят. Видите, вот эти окошечки. Там человек спит поперек движения, можно сказать.